теперь я хотел бы дать несколько комментариев по поводу комментариев на предмет, если заклинил жесткий диск, надо стукнуть его по коленке. Вот я специально для вас разобрал этот жесткий диск, выставил головку примерно в то место, где обычно останавливается. И сейчас я попытаюсь ударом о руку сместить головку. Некоторые еще дают советы, что надо подключить питание. Ну, чужими жесткими дисками и головками я рисковать не могу. Ну, вот давайте я попробую сместить головку. Теперь я попытаюсь это сделать по твердую поверхность. В общем, метод удара – это крайне рисковое занятие, потому что можно оторвать головки. И тогда простая операция превратится в очень дорогостоящую. Теперь по поводу направления движения блина во время отвода головки. Если головку просто двигать руками или каким-то другим предметом, то есть вероятность, что вы оторвете головки. Если двигать блины не в том направлении, есть вероятность отрыва головок. Что же будет происходить с головкой, если двигать блин не в том направлении? Как вы видите, попытка оторвать головки. Что будет происходить с головками, если я попытаюсь их сдвинуть просто механически, не прокручивая шпиндель? Во-первых, весь механизм довольно-таки сложно оторвать с места, и одновременно с коромыслом оно отклоняется и задевает поверхность диска. Поэтому прокручивать во время движения блока головок просто обязательно, иначе можно повредить и то, и другое, и тогда точно вам уже никто не поможет. И хочу вам напомнить, что если вам удалось все-таки получить какую-то видимость результата, необходимо пытаться сразу начать копирование без прерывания процесса. Поэтому надо делать все с первого раза. Это поворот!